печалься, если Аллах закрыл для тебя двери того, чего ты ждал. Пройдет время, и ты поймешь, что Он уберег тебя от бед, которые ты бы не смог перенести. Будь доволен тем, как все устраивает Аллах и Его мудростью, и знай, что благо в том, что выбирает Аллах, а ты лишь наберись терпением. Посадили как-то одного брата в тюрьму, и его жена каждый раз готовила ему вкусную еду и отправляла в тюрьму. Когда они с братьями садились кушать, они говорили: «Маша Аллах, кто это так вкусно приготовил?» Он отвечал, что это моя мать. Вы догадываетесь, почему он так отвечал? Потому что он ревновал свою жену. Он не хотел, чтобы они имели хоть малейшее представление о его жене. Чтобы они хвалили и думали, какая она молодец. И я надеюсь, что многие братья поняли, о чем идет речь. Братья, которые гордятся, что их жены инстаблогеры. Братья, которые даже не задумываются о том, в каком виде выходит их жена. Братья мои, открытость вашей жены толкает мужчину на запретные действия и плохие мысли.